Итак, друзья, подписчики, всех вас приветствую. Ну, очередная распаковочка посылок с сайта AliExpress. Вот, сегодня я забрал с почты вот такую вот посылку. Это у нас зарядка, адаптер на два USB выхода. То есть заряжаем телефоны, планшеты, там электронки, пауэрбанки и все такое. Вот. Почему заказал на два USB выхода? Потому что, допустим, ну, прикинул, на самом деле на 3, если брать, да, то, возможно, будет перегреваться. То есть, ну, почему-то мне так показалось. И, во-вторых, это ценовая, как бы, ну, по цене, как бы, ну, за еще один USB выход, да, выходит где-то на 150 или 200 рублей дороже. То есть, как бы, ну, смысл переплачивать. Вот, получается... Один разъем у нас на 1 ампер, второй на 2,1, вроде как. Вот, черного цвета. И сегодня мы также ее опробуем. Вот тут у нас вот такой вот есть проводочек для замера вольтажа, тока и емкости. Вот. Ну, знаете, все устройства берут, потребляют заряд каждый по-своему, да, поэтому... Можем как бы не увидеть, да, но мы, разумеется, все равно проверим, работает ли она вообще. Так, да, кстати, забыл сказать, зарядка ко мне приехала за 15 дней. Вот, в принципе, это очень даже неплохо. Вот, все бы посылки так приезжали быстро. Так, видим, короче, проводочек. Вот у нас такой простенький черненький проводок. Вот. Ну, самый-самый-самый обычный, как бы. Вот сколько у нас получается он где-то. Ну, я думаю, что, скорее всего, он метр будет у нас. Да, он метровый. Метровый проводок, значит, да? И вот у нас сама зарядка. Так, давайте сейчас, короче, посмотрим, что написано, да? Вот написано вход, да? 100 и 240, от 100 до 240 вольт переметки. Вот. Также 5 вольт, да, на зарядку устройств. И 2,1 ампер максимум. Вот, как я и говорил, да, здесь у нас написано вот разъем по 2,1 ампера и под 1 ампер. Вот, сейчас фокус, ага. Так. Вот это, кстати, зелененькая у нас индикация должна тоже, по идее, работать. Вот. Так, ну, наверное, это сейчас снимем, да? Как бы. Я не из тех людей, кто на пультах веками держит полиэтилен. Да, то есть, ну, давайте посмотрим просто сначала визуально, да, то есть... Вот, как можете видеть, да? Все отлично, ничего не подтерто, царапин нету, все отличненько. Вот. Так что можно его, в принципе, протестировать. Вот так вот у меня выглядит розетка. Вот такая, ну, старенькая, да? То есть вот. И можем все это дело замерить. Прикинуть. Так, давайте тогда начнем с 1 ампера. Посмотрим. Так, вот у нас, кстати, видите, загорелось. Красота. Скоро Новый год. Вот. Но когда будете, конечно, ну, допустим, я буду спать, то это будет немножко мешать, честно говоря. Блин, тут неудобно немножко вот расположение. Ну ничего. Давайте возьмем, допустим, вот электронку. Это RX-а 3 у нас. Ой, 3, господи. 200-я. RX-а. Да, вот она, видите, 200S. RX-а 200S, да. Прошитая. Так, ну и чё? Так.
Та-дам! Может, провод гоним или что? А, нет. Так, как можете видеть, да? А у Рекса вообще ноль. Да, что-то как-то не очень заряжает, конечно. Давайте надо что-нибудь другое посмотрим. Кстати, вот USB-шник вот этот вот, такой прям проводочек мощный, хорошо прям прилипает к устройствам. Так, экшн-камера. Что у нас тут? У нас тут вот был разгончик до 74, вот 78. Вот. Ну, где-то 7, да, получается? Хорошо, хорошо. Это у нас был разъем под 1 ампер, да? Вот, 1 ампер. Вот оно, 2 ампера, да? Сейчас мы, короче, испробуем. Подождите-ка. Все, выразил. Ну, как я и говорил, да, то, что мы сейчас по факту проверяем работоспособность этих разъемов. Вот, и то, что сама зарядка работает. Вот. Как я уже и говорил, то, что, допустим, экшн-камера, да, у нее там стоят какие-то там, ну, не знаю, ну, чипы там и так далее, да, и она сама контролирует заряд для себя. То есть она не будет больше брать, если это нету в этом необходимости. Вот. Поэтому вот все видим, то есть 5 вольт, это у нас ток зарядки. Это махи набираются со временем постепенно. Вот. Это то есть, ну, количество, то есть показывает просто, сколько зарядилось за какое-то определенное время. Вот, поэтому все работает, собственно, да? Так. Так, давайте еще туда, ну, допустим, Powerbank, да? Сейчас у меня телефон на зарядке стоит, через который я как раз пишу видео. Так, ну давайте в него воткнем. Сколько он будет потреблять? Просто стало как-то интересно. Он, тем более, видите, заряжен почти полностью. Вот. И мы видим, да, пол ампера забирает. Даже если вставлено вот сюда, вот, да? Вот. Можно, кстати, было на телефоне проверить, да, но я говорю то, что я пишу видео через него, и поэтому... Вот, допустим, что касается пауэрбанка, да, то вот этот разъем, да, USB-шный, если к нему подключить телефон, да, то заряется значительно быстрее, чем этот. То есть 2 ампера, 1 ампер. Вот, и также эта зарядка, по сути. Для телефона это будет самое то. То есть нужно быстро зарядить телефон, втыкаем вот в этот разъем как раз. Такая спокойная зарядка, либо какое-то другое устройство, да, тоже Powerbank, либо там экшн-камеры, там электронка, втыкаем сюда, то есть, в принципе, два разъема очень даже неплохо, то есть, довольно-таки годно. В принципе, все работает, да, на самом деле. Проводок, на самом деле, я бы сказал, не совсем такой плохой, он очень даже качественный. Вот это еще один плюс один провод, да, к которым я заказал, вот, ну, который я заказал вот недавно совсем. Так что все работает, красиво светится, вот. Ночью она мне будет безумно, конечно, мешать глазам. Вот, я ее буду куда-нибудь под диван задвигать. Остаточный эффект, да? Угу. Так что хочу сказать. Все работает. Приехала за 15 дней, как я уже сказал. Вот. Вот он наборчик. Меня все устраивает. Так что, если у вас будут вопросы, да, пишите в комментарии. Ставьте лайки. Ну и в принципе все. Спасибо за просмотр. Всем пока.